В акции «Северяне против коронавируса» принимают участие члены и сторонники партии «Единая Россия», волонтеры и добровольцы. Продуктовые наборы участники акции закупают на собственные средства. Наша партия «Единая Россия» провела инициативу и собрала сторонников, кто желает помочь нашим людям, нуждающимся, социально защищенным группам населения. Ну и решили откликнуться и оказать пассивную помощь и ресурсами, и помощью в плане доставки. Волонтеры доставляют продуктовые наборы по адресам. В состав входит 13 продуктов первой необходимости и медицинские многоразовые маски. Сложилась очень тяжелая ситуация. В том числе, так сказать, затронула это и наш город. Есть люди малоимущие, которые подают заявки. Мы, соответственно, решили откликнуться на них. Хотим вот продуктовыми наборами сегодня помочь им, так сказать, поправить сегодня жизненную ситуацию. Для получения адресной помощи нуждающиеся могут оставить заявку на интернет-портале www.severyane89.ru или позвонить на горячую линию общественной приемной партии 35258, код окружной столицы 349-22. А, хорошо. Мелькова Наталья Николаевна. Адрес 7-14-22. Хорошо, будем ждать. Жители города, получившие наборы, рады помощи. Доставка продуктов на дом выручает пожилых людей и мам с детьми, которым ходить в магазины затруднительно. Я говорю, напишу, может, правда, принесут. Все полегче будет, поменьше нести. Спасибо большое за поддержку, за помощь. Через какое-то время мне позвонили. С Алихарда позвонили. И все, и как бы все произошло, все случилось, вот вы здесь. Спасибо большое. Продукты волонтеры закупили у участников проекта «Забота». Тем самым эта акция также поддерживает местных предпринимателей. Елена Фомина, Олег Короткевич, новости Губкинского.